Всем юхай, с вами Майн, вы на канале Майн Гейминг. Мы продолжаем, между прочим, играть на проекте Барвиха РП на сервере Барвиха Успенская. Ссылочка, если что, на скачивание Барвихи в описании находится. Вводите мой промокод хэштег Amain56, получайте всякие плюшечки, а мы погнали заходить на сервак. Дел, на самом деле, много. Фу, давненько я вот конкретно вот так вот не записывал видео по Барвихе, там постоянно запись с экрана, какие-то там телодвижения, движухи. Давайте начнем немножечко с лайта. У меня есть ключи, получается, от кейса к чау. Давайте откроем так сходу для разминочки. Для разминочки откроем, скинчик выпадает, окей, открываем еще разочек. Вот, опять нам выпадает скинчик, но ничего страшного, это как бы денежка. Так, рассказываю. На балансе у меня 5 300 000 рублей. В данный момент прокачиванием тачек, там, Бэхи, Бентли, Камара заниматься не буду. Прокачкой хаты на Красной Поляне тоже пока что этим не заниматься не буду, так как... Кто смотрел предыдущие там видосы, я как бы просрал свой бизнес. Вот, один из двух, один, к сожалению, в смысле, к сожалению, к счастью, у меня остался. Вот как бы informations, ё-моё, красота, отлично, лавочка на спавне третьего левела у меня, слава богу, осталась в моем имении. Вот, в планах сейчас, наверное, пойти изучать танец. Занимаемся какими-то такими телодвижениями. В плане того, что деньги... В данный момент я буду копить на как раз таки Бизак, на спавне первого левела. Надеюсь, я его обратно себе верну. Как бы просрал, неответственно отнес, но сейчас как бы имеется аккаунт, с которого я ввожу продукты в бизнес. Так что, ну, нормально, нормально. Второй Бизак в любом случае вернуть нужно. Дэнс, ну-ка давайте учиться танцевать. У нас в процессе получается электросвинг. 100 из 200, как бы, ладно, давайте погнали. Голова, рука, голова. Вот сейчас главное не обосраться. Прыжок, голова, рука. Так, рука, две ноги, голова. Отлично. Все, супер, супер. Выполнили, наконец-таки. 30 минут надо ждать, и дальше последний рывочек, и новый танец, как бы, будет на базе. Так, кстати, между прочим, статистика персонажа, фулл, навыки работ, пожаротушение. 13 пожаров мне осталось до третьего левела. Это очень даже хорошо. Знаете, что я вспомнил? Давно мы в UFC как бы не играли, не дрались там туда-сюда. Вот реально давно. Вот сколько месяцев прошло, наверное, месяца два или что-то такое. Вроде бы как. Я уже не помню в плане того, чтобы получить пояс UFC, да? Мне нужен человек, с которым я буду драться. Онлайн сейчас маленький, поэтому я буду изучать новые стили боя. Да? Получается так. Погнали. Так, стоимость на тренировке 1500 рублей. Ой-ой-ой-ой. Вы начали тренировать? Бейте по грушам для улучшения стиля боя. Ага. А чё? 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 Чё там было написано? Я не понял. Чё там написано-то было? 3... Ох, ёперный театр. Аж 3000 надо сделать ударов. Вот это я, конечно, понимаю. Я так заколебусь. Ну ладно. Погнали. Бамс, ё-моё. Тут как бы это, мне челик зашел, предложил, давай бой, как бы устроим на 5000. Я такой, давай без Б. Вообще на изях. Брутанчик, давай, давай, давай. У меня айдишка 26, let's go. О-о-о. Let's go. Ху-ху, брат, ну все. Ну все, давай, погнали. Давай, оп-оп-оп-оп-оп. Раз, два, три, просто разнос по носу. С ноги сюда, сюда. Расколбас полнейший, сюда. Хук слева, хук справа. Нет, стоп, он меня фигачит, он меня фигачит, падал такая. Но я, скорее всего, тут про... Хотя... О-о-о-о, вы выиграли. У вас 4 из 10 очков. Гоу. Ой, со скином хардкекса, ля какой серьезный молодой. Мне получается еще 6 боев надо выиграть, чтобы получить пояс UFC. О, на 15 000 рублей. Ну погнали, погнали, погнали. Раз, два, просто сходу залетаю, залетаю. Раз, с ноги, с руки, с ноги. Все, уложил, просто прижал в угол. Ой, нихрена себе, вот этого я вот не ожидал вообще никак. Тихо, 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 ты подожди, подожди. Ну все, 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 тут скорее всего я проиграл, он меня зажал.
Он меня просто зажал. Если, конечно, я его расфигачу, да, вот сейчас в спину, то, возможно... Ой-ой-ой-ой. Красота получается. И чё? А где надпись, типа, мне осталось 5 матчей? Странно. Странно, а где еще эта надпись? Ладно, давайте погнали еще одну карточку. Давай, давай быстрее, брат. Ну, не тяни. Ну, там же вводить вообще по фигне. Раз айдишку, 40 тысяч. Ну, погнали, 40 тысяч. Что это, 40 тысяч. Так, ну тут фулл фокус нужен. Тут реально нужен фулл фокус. На, сходу. Раз, два, три, четыре. Он вообще отбить не может ни одного моего удара. Раз, два. Оп, 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 оп. Тут главное джойстик не трогать, потому что если будешь его трогать, то это уже будет печально. Это изи, брат, это изи, что-то я там выношу. А. Понятно, он разозлился и такой, ай, да иди ты нахер и психанул. Понятно. Ну, по крайней мере, прогресс с него заимел, пускай один, но и на этом спасибо, так еще и бабок поднял. Это получается сколько? 40, 15 и 5, 60 тысяч просто по щелчку пальца. Ну, теперь я не удивлен, почему чел разозлился. А вопрос, почему я появился в больнице Барвихи? Ну, тогда я и рхашусь. Итак, остается буквально чуть-чуть ударов, 2000 готов. Я вот как-то нашел такой пиксель, скажем так, когда персонаж вообще не двигается, уперевшись лбом, блин, в эту маленькую желтую грушу, и просто кликаешь вообще с кайфом на самом деле. Написал ребятам из команды, мол, типа, нужен спарринг-партнер для того, чтобы я выигрывал, естественно, да, чтобы они мне поддавались, и я получил наконец-таки пояс UFC. Но пока никто не ответил, посмотрим, если время у ребят будет, то залетим, быстренько сделаем, выполним, и я заберу уже пояс себе наконец-таки. Но тем временем уже 2065 ударов. Ну, 3000 я по-любому добью в этом видеоролике. Итак, остаются последние удары, прям буквально капелюшечку. Сколько? 4 удара последних. Кстати, вот этот вот баг как бы постепенненько с каждым ударом персонаж смещался на буквально миллиметр. Раз. Все. F-style. F-style. А, чё, кунг-фу? Вы изменили свой стиль боя на кунг-фу. О, ё-моё, с колена, с ноги, ё-моё. Ну, согласен, поменялось, поменялось. Удары другие стали. Не, ну красота, красота. Далее, F-Style Kickboxing. Еще не изучили. Вот мне знаете, что интересно? Сколько нужно еще ударов, чтобы выбрать новый стиль боя? Кикбоксинг. Ты шо? Закончить тренировку, давай начать еще одну. Вот сколько? Сколько? 6 тысяч. Да. В данный момент этим я точно заниматься не буду. Как бы либо в следующем видосе, либо посмотрим еще. А в данный момент я хочу почистить инвентарь, потому что у меня слишком много всего там накопилось. Итак, что у меня здесь имеется? Камни, древесина, бревна, получается, аксессуары, всякие ресы. Я бы на самом деле аксессуары скинул бы.
На самом деле, потому что их у меня слишком много, так как я их коплю, блин. Резы для крафта сумки, кстати, для улучшения. Этим тоже я уже очень-очень давно хочу заняться. Вот, кстати, эту сумку бы можно было бы в багажник кинуть, потому что зачем она у меня здесь? Две батарейки, лопата, скинов-то сколько, обосраться. И тоже как бы бесполезная фигня. Я как бы в одном из предыдущих видосов как раз-таки открыл эти конты. Чуть-чуть повыбивал, и как бы ладно, пофигу, пофигу. Онлайн маленький, даже если покупать эти гитары, то ты дофига не купишь. По крайней мере, на сервере Барвиха Успенская. Вот. Предлагаю сейчас закинуть что-нибудь в багажник, сгонять. А дальше посмотрим. Так, багажник у меня на мотоблоке, оказывается, имеется. Это прикольно, на самом деле. Так, переместить сюда. Аксессуары переносить, значит, нельзя. Понял. Если сделать так. Вот так вот, 37. О, кейсики можно, это меня радует. Давайте вот так вот переместим еще. 11 штучек, раз, продолжить. Отлично, так, 19. 19. Мотоблок, блин, ценная вещь. Получается, тут столько кейсов у меня. Так, тоже у меня 19 этих кейсов. Тоже, опять же, буду донатить. Ребят, не переживайте, буду донатить на ключи. Будем делать открытие. Опять же, всему свое время. Ни в коем случае не переживаем. Так, 17 мы переносим. Скины нельзя. Лишние всякие дешманские скины, это надо будет нам с вами продать. Кстати, оказывается, вот этот скин гонщика стоит обосраться каких денег. Мне подарил Александр Мясников, за что ему огромное спасибо. Он, оказывается, стоит 50 лям. 50 гребаных миллионов рублей на Барвихе РП. Ну, естественно, вертов, ну, блин, это дохрена. Это реально дохрена. Так, 44, подожди, кейс. Все, это кейс. А то мало ли я рулетки, блин, перекидываю, которые можно открыть без ключа. Так, получается, 9 слотов у нас свободно осталось в инвентаре. Кстати, семейные монеты тоже я бы перенес. Главное запомнить, что это все в мотоблоке у нас находится. Шкаф, то есть сейф. Пароль я без понятия, честно, забыл, не знаю и так далее. Сумку давайте тоже переместим ее сюда. А, тоже не могу, это аксессуар. Весело, скины могу, получается, наверное, да? Или не могу, что это? Это бесполезная хрень? Ладно. С этим разобрались. Меня узнают здесь уже. Как канал называется? Здорово, парни. Как канал называется? Ща, подождите, не торопимся. Сейчас отвечу, ребята. Так, подождите. Если я не ошибаюсь, у меня YouTube-админка в действии в данный момент, да? Нам бы в Барвиху. Вот реально вот так вот бахаем. О, реально, у меня YouTube-админка рабочая. Отлично. Нам бы сейчас в магазин скинов. Вопрос, где он находится? Я вроде как вспомнил. Он находится где-то у нас вот здесь. Правильно? Правильно. Все четко, он находится здесь. Прикиньте, помню. Да, помню. Ну, даров, ютубер. Даров. О, Джамик Москов, здорово, брат. Салам алейкум, я мой. Знакомый. Мы тоже как бы ютубер... Как это правильно сказать? Коллега по цеху. Вот так вот выразимся, пожалуй. Так, магазин одежды. Продать, сдать одежду сюда нам, значит, надо. Во-первых, давайте вот так вот сходу начнем сверху. Скин. Вот этот. Использовать. Все. Альтецкий. Данную одежду нельзя продать. Понятно. Получается, мы это выбрасываем. Количество, ну, две штуки. 5. А, это все, понял. Выбросить 1. Все, выбросил, получается. У нас вот это вот мы применяем, значит. Опа, она 32 тысячи рублей. Все.
Да, шарю за YouTube, что-то какие-то странные вопросы. Ладно, окей. Ну этот скин по дефолту у меня остается. Да какой ёпер насрал? Так, это мы не по. О, подожди, 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 подожди. А, это у нас ивентовая одежда. Ивентовая одежда, ее продать нельзя. Так, это мы оставляем, это мы оставляем. Снегурка. А, так у нас все. У нас... А, у нас в бэке, наверное, это все находится. Да, отлично. Раз бэк. А, два бэк. И это у нас получается где-то зима и лето. Вопрос реально где? Вот, получается, использовать. Давайте вот так вот. Продать за 32 тысячи рублей. Окей, продаем. Аж, какие у нас там еще скины-то появились? Вопрос хороший. А у нас ничего больше и не появилось. Хотя я выводил два скина, это странно. Так, о, давайте пока что с этим побегаем. Это наш легендарный скинчик. Так, давайте еще раз пройдемся. Получается. Скин бомжа, опять скин бомжа, вот это мне не нравится, они у меня слоты лишние занимают, а ну и все, в принципе, правильно, правильно. А, мы что, выбросить? Выбросить один, совсем один, все, одежду эту выбросили. Далее мне нужно выбросить еще одного бомжа, вот так раз мы выбросили. Блин, я так, а, ну хер мы его выбросили, понятно. Я так давно в Барвиху не играл, вот отвечаю, реально очень давно не играл в Барвиху, и это на самом деле печально. Печально, печально. Как бы играю, а вот записываю хрен там, нифига я ничего не записываю. Ладно, это мы сделали. Это меня радует. Очистили инвентарь. Жалко, тут нету кнопки сортировать, чтобы все четенько по всем слотам, самым верхним, рассосалось. Ну, ладно. Ничего страшного. Давно мы с вами, между прочим, хотели затестить новые работы, как бы, поскольку я в МЧС, во фракции, я не могу устраиваться на какие-то там, да, новые работы. И, между прочим, кстати, статистика персонажа 20 левел у меня уже давно. А 20 левел что означает? То, что я могу как бы проходить квестовую линию с телефончиком. Прикиньте, как бы с айфончиком там туда-сюда тоже квестовую линию проходить нужно, но пока что давайте фокус не на этом. Я сейчас это запишу, чтобы не забыть. И в каком-то из следующих видеороликов мы этим займемся. Хочу вам напомнить то, что на канале есть плейлист со всеми видосами по Барвихе РП. Я играю на этом проекте уже, получается, больше 2 лет, даже ну, 1,5 года точно играю. Мы и на ферме работали, и на шахте, и на заводе, и водолаз. У меня все аксессуары с этих работ имеются в инвентаре. Это очень классно. И пиццу развозили, и в таксишке работали, и автобусником. О, видос с автобусником набрал много просмотров. Это я помню. И продукты развозили, блин, занимаюсь этим с твинка на в свой безак отвожу проды. И дальнобойщиком работали, кстати, после МЧС у меня как раз таки в планах вернуться на дальнобой. На бой и как бы дойти там до последнего левела. В конце концов, Барвиху мы проходим полностью, не забываем это, да? И мореплавателя тоже полностью надо будет пройти. Вор деталей. Вот это вот. Мы, между прочим, ни разу не тестили и не смотрели, как там что делать и как там это все работать. Вор деталей, где это у нас находится? Это, кстати, между прочим, очень старая работа. Очень старая работа. Много видосов, когда я только залетал на Барвиху, видел, мол, зарабатывают ребята там реально до хрена. Подожди, а куда мне? А куда? Ага, я примерно понял. А, зарабатывают там ребята до хрена. Я такой, о, да, надо. Надо делать и снимать, играть. Но в результате что-то руки никак не доходили. В результате. Только сейчас, спустя 1,5 года, как я играю уже на этом проекте, я решился попробовать, что это за работа. И если я не ошибаюсь, статистика, фул, навыки работ, угон авто, вот вор деталей, скорее всего, там сейчас опять появится. И тоже как бы там есть разные левела воров деталей. Это лишь предположение мое личное. То, что там нужно докачиваться до каких-то там новых левелов. Если так будет, это, конечно, печально, потому что у нас это займет кучу времени. Но, с другой стороны, это прикольно. Поэтому погнали. Итак, вот она, метка. Я что-то сначала не туда поехал.
Дядя Андрей! Здравствуйте. Здравствуйте, ё-моё, чё мы? Представители организации не могут трудоустроиться. Ага. Понял, принял. Просто я смотрел вроде... не вор деталей. А что я смотрел-то? Давай. Так, значит, давайте займемся угоном авто, так как я помню, что как раз-таки эта тема. А, кстати, понял. А, вот эта тема как раз-таки у нас. Я вообще забыл то, что опять у меня YouTube админка есть. Я постоянно забываю, просто на постоянной основе. А, работы, значит, угон авто. Я просто пробовал. Типа, все, я устроился, классно. Или я чего-то не помню. Возможно. Кстати, аренда фургона. А где? Или это вот здесь? Вот, угон авто. Это нам куда получается? Это нам... А, это вот сюда надо. Ну, давайте тпхаемся. Фастиком, не по-быренькому, да? Раз тпхнулись, и let's go смотреть, что это такое. Видос-то, кстати, нужно заканчивать уже. А, все понял. Видос-то надо заканчивать, ну ладно. Альтецкий. Не желаешь ли ты помочь мне? Смотри, вот заказ. Транспорт «Газель Бизнес» белого цвета. Стоимость заказа 20 тысяч рублей. У тебя на карте отображен район, где должна находиться машина. Для того, чтобы проверить марку и цвет авто в заказе, /car-info. Опана, аупана. Вот это вот, кстати, информация очень полезная. Я, пожалуй, запишу, чтобы не забыть. Кстати, тебе пригодится отмычка, которую ты сможешь приобрести в ближайшем 24/7. Зафиксировали. Подсказка, GP. Ага, внимание, у вас есть 20 минут, чтобы угнать транспорт. У меня на карте отмечен район, где должна находиться газель. Вопрос. Где? Какой район, блин? Какой нахрен район? Вот что ли? А мне нужна отмычка. Ну давайте фастиком пробовать на самом деле. Подожди. Мне, получается, нужен магазин. Правильно? Правильно. А где магазин? 24/7. Подожди. А, магазин у нас вот здесь. Мы сюда тпхаемся. Прикол, хотите? Все это время у меня была отмычка. Подожди, это получается, я захожу в свой инвентарь. Кстати, как она выглядит? Хороший, очень хороший вопрос. Вот она. Использует. Ага. Ну, давайте, погнали. О, что-то получается. Прикольно, на самом деле, новая механика. Добавили ее как бы уже давно, но я так и не пробовал, так и не смотрел, как это все работает. Поэтому мне это в любом случае интересно. В любом, опять же, как бы... Извиняюсь, я немножечко приболел, поэтому насморк. Все, нифига себе, местоположение сдачи транспорта установлено на карте. А, и где? Газель. Я так понимаю, там несколько уровней, да? Там несколько уровней. Ой, как хорошо, когда YouTube-админка активная. Это же вообще зашибись. Здравствуйте, ё-моё. Так. Посигналить. Салам, спасибо, что помог с угоном авто. Вот твоя обещанная зарплата в размере 20 тысяч рублей. Приходи еще раз через 30 минут. Для тебя будет новое задание. Красота, что, реально 20 тысяч? Возвращайся к заказчику, чтобы взять следующий угон на авто. Если, опять же, я не ошибаюсь, с каждым разом у тебя угон будет все... Ну, тачки, которые нужно будет угнать, они будут все дороже, и как бы платите будете больше. Опять же, если я помню, все. Пожалуй, на этом закончим. Видос уже как бы длинненький получается. Наконец-таки Барвиху записал с кайфом. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, купите лайк. Если не понравилось, сделайте лайк, напишите в комментариях, как бы оттачник или получилось. Ссылочка на телеграм-канал в описании. И на скачивание Барвихи, естественно, тоже в описании. Промокодик. Амайн 56. Все, всем удачи и всем пока!